Вы только посмотрите! Гиперпространственные координаты 0-0-0. Центр галактики. Ядро Вселенной. От этого вида мурашки бегут по коже. Эй, сосед, я смотрю, у тебя все идет в гору. Вас Гундарка, не так ли? Я ведь прав? Ты, Клех Холдфаст, что ты здесь делаешь? Все говоришь, говоришь, говоришь. Я скажу тебе, что я делаю. Наслаждаюсь первым по-настоящему хорошим событием в этом спорте. Со времен победы Энакина Скайуокера на Бунта и в Классик. Гонки на подах изживают себя. Им нужен новый герой. Похоже, Сибульба тоже это заметил. Мне стоит пересмотреть свою стратегию ставок. Шучу. Я ставил на твой проигрыш всего... Друзья, на галактическую трассу и нашу предпоследнюю гонку. Я думаю, можно назвать это разминкой перед Бунта Ив. Не надо на меня так смотреть. Наш специальный гость на Корусанте и бесспорный фаворит, который решил вернуться для одной единственной гонки – Сибульба! Расскажите нам, почему вы решили вернуться для гонки Бунта Ив Классик? Да, у них действительно прекрасно идут дела. А кого бы вы назвали фаворитом сегодня? Алдарбидо Талинка. Он действительно очень опасный оппонент, но мы думаем, что Клег Холдфаст имеет хорошие шансы на победу сегодня. Так вот, чистка штука. Миндия Хиса Алайчопа Чава. Похоже, впереди нас ожидает кровавая борьба на трассе. Удачи тебе, Клег! Этот город даже не догадывается, что его ждет. Итак, дамы и господа, начинается вторая профессиональная гонка! Сразу же появляется предупреждение, что Альдарбидо обойдет Клега Холдфаста. Перед этим стартом некоторые зрители смотрели довольно зло. Команда Уотто вырывается вперед! Команда Уотто входит в рекордное устройство! Просто замечательный старт на Корусанте! Какие молодцы! Дорога привела наших гонщиков к стыковочному устройству в восточном порту. Крупнейшему углу по эту сторону! Не знаю даже чего! Но мы попали в час выезда! Потом придется подкрасить! Стоит между финишной чертой и командой Уотто. Напоминание пилотам. За выпуск грузовика бонусов не будет. Люблю этот город. Прохладный бриз. Сверхской снеги. Кончики входят в район увеселительных заведений. Народ здесь попадается необычный, но старый добрый проходный спорт нравится им, как и всем. Похоже, некоторые объявления слишком отвлекают. Оставил царапину. Казгана вырывается вперед. Гонщики, вам предстоит большой прыжок в промышленный зону горизонта. Приготовьтесь! Ух ты! Продолжай топки руки, и до финиша ты не доедешь. Эти ребята способны на все!
всего лишь царапина. Похоже, электрические поля сплошные. Старайтесь держаться под энергоцепями пилотки. Команда ОСКО лидирует. Воды нельзя подвергать воздействию супергорячего пара. Отваливайте! Ой-ой, кажется, здесь решили попариться дроиды-диверсанты. Берегитесь, пилоты! Визит в кузовной цех обеспечен. Обратно к солнечному свету и заход на последний круг. Должно быть, команда Отто хочет получить бесплатный клепок, настолько, что получил коварный удар от Альдера Вино. Гонки перевестились к галактическому оперному чату, который всегда был очень подходящим местом испытаний и галактических переворотов. Окей, просто сбросят! Маузрур вырывается вперед! Возможно ли было подрезать еще круче? Тимко Багалис вырывается вперед. А он не боится высоты. Фу, звук был страшный, но на вид вроде все в порядке. Первое правило школы вождения на Корусанте – никому не уступать дорогу. Команда Отто на пути к большой победе здесь, на Корусанте. Но не стоит делать ставки. Где же регулировщик движения, когда он так нужен? Новая краска дешевле капитального. Еще один жестокий удар. Специалисты напоминают юных болельщиков. Смотреть гонки на водах все равно, что курить палочку смерти. Лучше не начинать. Надо пилотировать борт. Маузрур вырывается вперед. Осторожность сегодня явно взяла выходной, друзья. Маузрур вырывается вперед! Команда Отто держится цепко. Они могут завоевать путевку на Бунта и Классик, если не упустят победу. Пора включаться в игру, Банши! О, боже! Что это? Дамы и господа, Глеб Холфас только что получил сильный удар от Альдера Бидо. Не думаю, что ему удалось уцелеть. Как раз, когда команда Отто стала приближаться к району заводы, мы стали получать сообщение от экипажа Клега, что их гонщик не выходит на связь. Победил Маузрур! Второе место за командой Отто.
Если гонки и научили нас чему-то, так это потому, что Сибульба верил своему слову. Альтер Бибо охотился на Клега и в конце концов снял его. Нам будет не хватать его. Ты бы подвинул слушать. В России, так и в жизни. Никто не любил этот спорт так, как любил. Покойся с ним. Похоже на очередную демонстрацию. Не часто увидишь такое на гонках. Обязательно попробую это дома. Ну вот и все. Осталась последняя и самая важная гонка. Мы возвращаемся на Татуин для проведения Пунта и в классик Мос Эспа. Это Фолт. Исти Вакоми. Отключаюсь.